Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня в Пятигорске состоялась рабочая встреча полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Они обсудили итоги социально-экономического развития субъекта за 2023 год, исполнение поручений президента страны и реализацию нацпроектов на территории региона, меры поддержки участников СВО и членов их семей. Рашид Тимрезов проинформировал полпреда, что подготовка республиканской инфраструктуры к проведению выборов главы государства в марте текущего года находится на завершающем этапе. С этой целью организации работы избирательных участков, обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, налажено взаимодействие с избирательными комиссиями, муниципалитетами, правоохранительными органами, МЧС и другими структурами. Медицина не хуже, чем в городе. В селе Важное после капитального ремонта торжественно открыли фельдшерско-акушерский пункт на 40 посещений в смену. Теперь получать медицинскую помощь смогут более 1800 жителей в хорошо оборудованной амбулатории. Ремонт объекта – часть большой программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаево-Черкесии. Вместе с открытием состоялся запуск проекта «Поезд здоровья». Подробнее Дарья Тендит. В рамках нацпроекта здравоохранения в 2023 году был начат капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта. Современный ФАП – это красивое, уютное и теплое здание, оснащенное необходимым оборудованием. Благодаря созданным условиям медицинскую помощь жителям села оказывают на месте. Это позволяет сельчанам не выезжать в районную или городскую больницу. Болезнь не ждет, поэтому первых пациентов принимали еще перед открытием. Я хочу поблагодарить, выразить благодарность не только от себя, но от лица всех жителей села Важного за таких ответственных, не знаю, работников. С какими бы проблемами мы ни подходили, они всегда идут нам навстречу. На торжественном открытии присутствовали почетные гости, медики и местные жители села Важное. Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов поздравил присутствующих и отметил, что модернизация медучреждения активно развивается, и пообещал, что в ближайшем будущем в Важном появится дневной стационар. Здоровье и сохранение нации – это приоритетная задача руководства нашей страны. И сегодня это воплощается и на территории Карачаево-Черкесской республики. Мы всегда говорим спасибо медработникам. Я хочу присоединиться. Вам спасибо большое за ваш каждодневный труд. Открытие ФАПа – радостное событие не только для сельчан, но и для самих медиков. Ни одно поколение жителей села Важное вылечило Индира Бачаева. Ее стаж работы довольно солидный. Вот уже 30 лет Индира Юзуфовна ведет прием маленьких пациентов. Работать ей приходилось в разных условиях и без удобств. А благодаря капитальному ремонту и обновленному оборудованию принимать пациентов стало одно удовольствие. Нам поменяли и батареи, и полы, и обновили весь ремонт, и двери поменяли. Так что все хорошо, все прекрасно. Нам нравится и тепленько, и хорошо. Спасибо большое, что именно выбрали нас, сделали ремонт нам. Очень нам понравилось, хорошо и приятно. По инициативе Карачаево-Черкесского отделения партии «Единая Россия» в село Важное прибыл поезд здоровья. Это передвижной медицинский комплекс, оснащенный лабораторией и диагностическим оборудованием, позволяющим сделать флюорографию, маммографию и посетить офтальмолога. Главная цель проекта – это повышение доступности медпомощи для жителей сельской местности. Халимата Айдарукова в числе первых прошла обследование. Все жители, женщины с детьми, пенсионеры не могут ездить далеко. Это сегодня они приехали, всех приняли. Мы благодарны. Множество добрых слов прозвучало в честь медиков от жителей села Важное. Торжественное мероприятие завершилось совместным фото на память. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район. «Ты знай, солдат, ты не один, с тобою вся страна». Письма со словами поддержки, благодарности и самыми сердечными пожеланиями, а также добрые и трогательные рисунки отправились в Карачаево-Черкесии более 3000 школьников республики в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Письмо солдату». Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов. Теплые весточки из дома адресованы нашим землякам, военнослужащим, которые в эти минуты, находясь в зоне СВО, мужественно отстаивают интересы России и обеспечивают безопасность.
В каждой строчке писем и открыток, которые ребята сделали своими руками, чувствуются искренность и огромная гордость за наших героев. Несомненно, детские письма очень важны. Они согреют душу и дают бойцам мощную поддержку. Ведь в каждом из посланий тепло, заветные мысли и добрые пожелания. Пусть эту любовь, гордость и поддержку почувствуют наши ребята на передовой. Уверен, детские письма еще больше укрепят их боевой дух и веру в скорейшее возвращение домой с победой, отметил Рашид Темрезов. Навигаторы детства Карачаево-Черкесии определили векторы развития воспитания детей и молодежи на предстоящий год семьи. В этих целях состоялась стратегическая сессия. Мероприятие организовали в Центре выявления поддержки развития талантов у детей и молодежи Республики «Спутник». Альбина Ламкова продолжит. Стратегическая сессия советников директоров по воспитанию навигация детства в год семьи в России. Приоритеты направления технологии деятельности – состоялась при участии муниципальных координаторов со всех районов республики. Мероприятие провели в рамках единого федерального плана Росдетцентра и приурочено к открытию года семьи в России. Организаторами стал региональный ресурсный центр. О целевом приоритете в год семьи напомнила заместитель министра образования и науки по Карачаево-Черкесии Лейла Атаева. По мнению главы государства Владимира Владимировича Путина, семья – это основа основ. Это то, что именно дома, в семейной обстановке во многом формирует личность гражданина. Семья – непосредственный участник школьных дел, ведь дети и родители – полноправные участники образовательных отношений. Ребята гордятся тем, что родители активно поддерживают их в таких делах. Именно советники директоров по воспитанию организуют включение родителей вместе с их детьми в акции и проекты «Года семьи». Советники республики проделывают огромную работу совместно с родителями. Педагогов, конечно же, вдохновляют успехи. Успехи, которые делают ученики в ходе обучения. Родители, естественно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым выдающимся, самым лучшим, самым первым везде и во всем. Ну а детям, как всегда, нужна ласка, забота, любовь. Обычные ценности, которые, к сожалению, в наше время не каждый родитель в состоянии дать своему ребенку из-за того, что мы заняты работой. Ключевой целью сессии стало определение направления работы советников в школах и организациях среднего профессионального образования совместно с родителями детей. Стратегическая сессия показала советникам те проекты и возможности, которые могут объединить семью. Для этого организовали работу на 5 интерактивных площадках. Семья – это самое важное для каждого человека. Школа – это еще одна большая семья для наших ребят. И основной задачей, основным вопросом, наверное, который будет обсуждаться на всех площадках – это взаимодействие семьи и школы, проблемы нынешнего поколения, но, как всегда, у нас проблемы отцов и детей. Сегодня мы под разными углами рассмотрим всю эту историю, и финалом будет большая повестка, которую мы будем реализовывать в течение всего года. Альбина Ламкова, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 3, плюс 2, днем 14-19 градусов тепла, а местами до плюс 11. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днем 17-19 градусов тепла. В колледже культуры и искусств имени Аслана Даурова знаменательное событие. В торжественной обстановке открылся музей, посвященный человеку, чье имя носит это образовательное учреждение. На мероприятии побывал Артур Мхце. Этот человек на стыке советской и российской эпох собирал по всей стране огромные зрительные залы, куда приходили ценители музыкальной классики. Он вместе с поэтом Юсуфом Сазаруковым является соавторами гимна Карачаево-Черкесии. А колледж культуры и искусств Черкесский носит его имя. Композитор, педагог, дирижер Аслан Дауров – человек, заслуживший своими талантом и мастерством всеобщее признание. Его не стало 25 лет назад, однако память никогда не позволяет людям подобного масштаба исчезнуть бесследно. В
колледже, руководителем которого он был последние годы жизни, открыли музей, где теперь будет храниться часть наследия Аслана Даурова. Этот день попросту не имели права пропустить многие из тех, кто знал маэстро лично. Горжусь своим братом Асланом Алиевичем. Тепло вспоминаю, когда много лет назад, осенью 91 года, его авторский концерт в колонном зале Дома Союзов. Сейчас о колонном зале Дома Союзов мало говорят, но это была лучшая площадка в нашей стране, в Советском Союзе. Для кого-то из нынешнего педагогического коллектива колледжа Аслан Дауров был наставником, другом. Для других теперь являются ориентиром его достижения – музыкальные произведения, звучащие по-особенному даже в фойе образовательного учреждения. О том, как можно ближе познакомиться с творчеством заслуженного деятеля искусств России, рассказал министр культуры республики Зураб Агирбов. Мы приняли вот такое решение, чтобы каждый, кто заходит в наш колледж, а я хочу обратить внимание, что вот этот занавес, он будет разделять, когда будут здесь концерты, как сегодня. Сегодня очень много людей, поэтому мы не стали его закрывать. И этот отдельный вход, он будет сюда пускать гостей наших мероприятий. И получается, гости будут заходить не через те двери, через которые мы с вами сегодня заходили, а прямо отсюда. И первое, что они будут видеть портрет Аслана Алиевича Даурова и его музей. Понятно, что все наследие Аслана Даурова не ограничено экспонатами этого музея. На одном из стендов размещен QR-код, по которому можно получить всю собранную в глобальной паутине информацию о творчестве композитора. Когда неуважение к человеку, оставившему музыке и культуре в целом яркий след, цветы к подножию его памятника. Чуть позже для пришедших в колледж ценителей музыки пролистали страницы биографии Аслана Даурова. А затем под сводами почти заполненного зрителями зала стали звучать пронизанные чувствами автора ноты, которые каждому из пришедших хотелось слушать как можно дольше. Артур Мусалибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На высоте 1750 метров на южном склоне курорта Архыз начал функционировать сноупарк. Теперь для любителей экстрима появилось отличное место, где смогут проявить свои горнолыжные навыки новички и опытные сноубордисты и лыжники. О возможностях новой горнолыжной трассы. Алихан Лепшоков. Открытие сноупарка позволит любителям горнолыжного спорта преодолевать трамплины и получить массу удовольствий и экшена. Сноупарк протяженностью около 250 метров состоит из двух линий, которые включают в себя 16 фигур и трамплин разной категории сложности. Подняться на это место катания можно на кресельной канатной дороге «Спутник». Для его создания потребовалось не менее 10 тысяч кубических метров снега. Те, кто любит преодолевать препятствия на снежном склоне, могут попробовать прокачать свои навыки здесь, отмечают представители пресс-службы курорта Архыз. Сноупарк – это дополнительная возможность получить больше фана, больше адреналина и больше удовольствия, несомненно, при катании. Большинство наших гостей приезжают покататься на лыжах и сноубордах просто по подготовленным трассам, но в том числе есть более продвинутые райдеры, ну или, например, люди, которые совсем часто катаются на лыжах, им хочется улучшить свой уровень, попробовать что-то новое. И для этого как раз мы сделали здесь фигуры, трамплины, все для того, чтобы получать больше удовольствия от катания. Сейчас начали работать две линии сноупарка. Одна создана для начинающих, где установлены фигуры для катания поменьше, а другая более сложная с крутыми трамплинами. Здесь оттачивают свои навыки более профессиональные прорайдеры, совершая виртуозные трюки. Но очень важно соблюдать правила безопасности, чтобы не получить травму. В целом нам все нравится. Мы на самом деле очень давно ждали горнолыжный сноупарк на данном курорте. И сейчас мы очень довольны, рады, то есть будем дальше прогрессировать в своем направлении. И все в этом духе. Сделал первый проезд, ничего не понял, упал. Вот сейчас будем дальше тренироваться, привыкать к парку. Ну, куча эмоций положительные, заряжает на целый день. Вот, попрыгаешь маленько, разомнешься и идешь на работу. По словам тех, кто активно занимается горнолыжным спортом, очень важно кататься на сноупарке без рюкзаков, так как при падении можно получить сильную травму на позвоночник. Сноупарк работает с 8 утра до 4 часов вечера и ждет всех, кто любит экстремальное катание. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго. До встречи.